Вылечить даже запущенный панкреатит, облегчить симптомы заболевания и устранить боли можно при помощи простой и целебной календулы. Она рекомендуется при гепатитах, холециститах, гастритах, язве, колитах и других болезнях ЖКТ, которые могут сопутствовать панкреатиту. В составе календулы очень много веществ, которые устраняют спазмы гладкой мускулатуры в желчевыводящих протоках и минимизируют вероятность застоя и заброса желчи в железные ткани. Благодаря этому нагрузка на поджелудочную снижается и болезнь отступает. Более того, календула защитит от камней в почках и желчном пузыре, которые провоцируют воспаление поджелудочной железы. Даже официальная медицина признает эффективность лечения календулой. Кроме своего желчегонного эффекта, календула отлично снимает воспаление, является натуральным болеутоляющим средством, стимулирует регенерацию тканей, оказывает седативный и бактерицидный эффект. Такое лечение поможет увеличить секреторную активность желудка, устранит диспептические явления, диарею и другие проблемы со здоровьем. Отзывы о применении календулы только положительные. Для приготовления целебного средства необходимо 1 столовую ложку календулы поместить в эмалированную посуду, залить стаканом кипятка, накрыть крышкой и прогреть на водяной бане в течение 15 минут. Затем остужаем напиток, процеживаем его, доливаем кипяченую воду до объема 1 стакана и принимаем за 30 минут до каждого приема пищи по 3 стакана 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 30-45 дней. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.